Привет. В общем, вчера я был в бешенстве, как наши зарубежные друзья, фармацевты, нас грабят. Заболел мой сын, у него здесь, в общем-то, насморк, там отеки небольшие. Приходит врач, ну я говорю, чем можно вот улучшить состояние, так сказать, носоглоточки? Он говорит, есть отличное сейчас новое средство. Отличное новое средство, классное, прогрессивное, супер. И называет это средство. Написал мне там на листочке, без рецепта, все, ля-ля-ля. Два средства. Написал аналоги и это средство. В общем-то, иду я в аптеку и говорю, сколько стоит это средство? Она говорит, ну, перевожу уже на доллары, ладно. $5. Я посчитал, как раз в долларах, это примерно $5. 5-6 долларов оно в разных странах будет стоить. Может, даже и больше. Я говорю, давайте. Прихожу домой, читаю. Ну, вот это средство, такой же аналог, еще дороже. По-моему, $7 или 8. Читаю, там написано. Изотонический раствор поваренной соли. То есть, что делают фармацевты? Берут водичку, щепоточку обычной каменной соли, кидают в эту водичку, разливают вот такие бутылочки и продают нам по $5. Я просто был в бешенстве. Представляете? $5 соленая водичка. Я знаю, что соленая водичка, конечно же, помогает. Детям рекомендуют протягивать сквозь нос соленую водичку. Мы можем сами ее сделать. Сейчас я этот рецепт вам расскажу. Если вам нравится мое рвение помочь людям быть здоровыми, поставьте мне сейчас лайк и поехали, будем лечиться. Я, кстати, дам состав даже лучше. Даже он будет лучше работать, чем вот эта водичка. Итак, берем стакан кипяченой теплой воды. Дальше. Нам нужна будет ложка и нам нужна будет обычная крупная поваренная соль. Вот она. Обычная крупная каменная соль. Берем, зачерпываем ровно одну ложечку. Можно с горкой. С горкой зачерпываем этой соли и растворяем в нашей теплой водичке. Хорошо все растворяем. Дальше. Берем аптечный йод. Спиртовой раствор. Спиртовой раствор. И капаем туда 5 капель йода. Еще раз хорошо все размешиваем. Все. Наш супер раствор даже в 2 раза лучше, чем вот это. Готов. Что можно с ним делать? Как работать с носом? С носоглоткой вообще? Это насморк. Это даже любые состояния, при простуде, как дополнительное средство, при ангине, все это супер будет помогать. Первое, можно просто закапывать в нос. Вот этот раствор можно просто закапывать. По 3-5 капель, много раз в день. 5, 6, 7 раз в день. Каждые 2 часа можно просто закапывать. Если вы хотите освобождать все это от соплей, там, от чего-то еще, значит, можно протягивать сквозь нос. Если у вас нету такой игрушки, купите вот такую игрушечку, новую, конечно же новую, купите игрушечку. И просто набираем и в нос, просто заливаем осторожно в нос. Оно может течь сюда, может через рот течь. Это классно. Если такой штуки вы не купили по какой-то причине, ну, например, живете в селе, у вас нет такой штуки. Просто эту всю жидкость наливаем в мысочку и носом втягиваем эту жидкость. Такое мероприятие также можно делать 5, 7 и даже 10 раз в день. Эффект будет в 2 раза лучше, чем от вот этой жидкости за $5. Если вам понравился мой рецептик, не забудьте мне сейчас поставить лайк, поделиться с друзьями, написать мне быстрый маленький комментарий. Можно даже слово спасибо. Будьте здоровы, до новых встреч на моем канале и пока!